Ну что ж, всем привет. Продолжаем в Dota Underlords сидеть, паниковать. Так, это уже какая? Десятая игра. Десятая. В десятый раз пытаюсь записать для вас видос с каким-нибудь более высоким местом. На меня огромная череда неудач нахлынула. Хотя, как неудачно? Это возможно... Даже невозможно, а это по моей вине. Не буду оправдываться. Но посмотрим. Получится ли в этот раз? Неужели выйдет? Сильно сомневаюсь. 10 попыток. 10 видосов. Я уже все. Все, горю. Ой, слава богу, 10 видосов не за один день. Ну да ладно, да ладно. Не знаю, кто к нам придет, но я бы хотел хантов. Я бы хотел хантов. Хантов немножко изменили, хоть мы их тестили там недавно, но... Что, собака орешь за окном? Сейчас окно закрою. Это не собака кричит, это дети кричат. Еще хуже, да? Ну ладно, ладно. Так вот. Я просто уже в 10 раз это повторяю. Здорово, правда? Я, может, записать 10 часов горю в Dota Underlords. И 10 лузов под... Нет, ладно, ладно. Понесло не в ту сторону. Больше выбора. Так вот. 10 лузов. А конкретно 10 раз я не занимал первое место. Даже второе, по-моему, не занимал. Ни разу. Там максимум было третье, по-моему, место. Окей. Пусть будет так. И, в общем, я решил повысить планку контента, чтобы не показывать вам всякие топ-3, топ-4, потому что они никому не нужны. И пытаюсь занимать места повыше. Ну, или при условии, если соберу какую-то идеальную комбу, вот прям идеальную комбу, и вам тогда покажу видос. Вот какие условия. Если что-то не сказал за уже 10 раз повторения одного и того же, то в подсказках я, когда загружаю видос, я обычно вспоминаю, так что тыкайте подсказку, либо она появится. Скорее всего, не появится, просто тыкните справа там внизу. И там я что-то написал, если я что-то забыл. Если нет, значит не забыл или не написал. Ну, пусть будет ДПС, пусть будет ДПС. Кстати, тогда 9 раз, когда я записывал, пытался записать хантов, не 9 раз подряд, я... Хантов вот только на 9 раз. До этого я просто все пытался собрать, что давали. Ну, пусть будет селедка. Так вот, на 9 раз пытался собрать хантов. Вначале было все неплохо, но немножко удачи, наверное, не хватило. Там у меня Лукан не мог прийти. Я про Лукана много говорю. Грубо говоря, я сейчас буду все повторяться, если получится. Ну, ничего. Можно не позавидовать моей удаче. Первые 4 игры это была лютая удача. Я даже не знаю, можно было бы все объединить вот эти вот видосы, обрезать там моменты и показать вам моменты с мега удачей. Только не у меня. Мега удача была у врагов. О, жадные драконы, жадные первородные. Ну пусть будут первородные. Не знаю, что взять, потому что не знаю, что получится, что не получится. Дровка. Элементали. Ну, в теории элементали можно. Вместо селёдочу. И тебя. Хорошо. Можно вообще воинов сделать? Нет, тогда придется разор выбрать. Хотя, возможно, они будут сильнее тогда же. Пусть ведь 85 ДПС. Окей, надо было сделать, наверное, всё-таки. Там антимаг тем более. Хотя дровка сейчас, наверное, будет стоять. Дровка как-то очень мало дамажит. Даже вот в девятом, девятый раз, когда записывал, я заметил, что дровка как-то по ТПСу проседает. На хантах этих. Типа, когда я там дошел до, бог знает какого там места, в общем, дровка по ДПСу была чуть ли не на последнем месте среди всех хантов. Я понимаю, она за единицу, но не знаю. В авточесе она не была на последнем месте, по-моему. Она всегда была, ну, не знаю, топ-4 ближе к лейту. Топ-5, может. Что-то типа того. А Тагма, она просто просела. Так что как-то вдруг я, ну, грубо говоря, разочаровал. Привет, воины. Воины вообще найс. Думаю, будут душить вперед, я вас верю.
Честное слово, честное слово. Мне тут нужна в каждой игре ваша удача. Я не знаю. Лайк там, подписка, что угодно, что угодно. Моя удача закончилась, когда я выиграл. Видимо, от этого от удачи зависело. Хотя мы все тестили. Ну, чуть ли не напролом на самом деле. Ну, сейчас, в общем, не получается ничего. Сейчас, в общем, ничего не получается. Хотя топ-4, ну топ-4, кому надо? Топ-3 тоже, кому это надо? Это не считается, это не считается. Топ-1 и в редком случае топ-2. Опять же, там при условии каком-нибудь. А топ-1, я думаю, даже если там полное бунговно, я же смог победить. Значит, равно что-то сделал. Хотя, опять же, если там мега удача. Ну ладно, ладно. Это наверное, это исключение пойдет, не знаю, я подумаю. Волшебники, блин, SF вообще nice своего. ЦК nice, SF прям очень nice здесь. Я с варлоками не понимаю, насколько они сильны, насколько они слабы. С одной стороны nice, с другой стороны что? Вот так сделаем. Баф элементали неплохо, но его уже изменили, он вроде как похуже. А SF nice очень. Поэтому, ууу, Сларк. Сейчас на SF нападет, SF сидит. А, нет, на дроп. Дизарм? Не понял. Откуда дизарм? А, у тебя дизарм, да? Да. Я заражу. Секунду, да. Точно, точно, точно. Я уж подумал, баф элементарь разработал. Старый. Показалось. Окей. SF очень найс. Nice. SF очень найс. Nice. SF супер сильный. Дисбалансный SF. Я вообще пока что не понимаю, как можно побеждать в Underlords. Какой-нибудь одной стратой. Я мог проигрывать и на любой стратегии абсолютно. Мог выиграть абсолютно на любой стратегии. Вот прям очень странно. Очень странно. Не понимаю, как можно побеждать. Увы, ах. А вот как протестить что-то, это да. Вот это я люблю зайти. Ага, вот это можно собрать, это интересно. Да, давай. Может Довка... А, нет, она уже двойку. Хотя, ну опять же, посмотрите, как Довка ДПС. Ноль. Даже Оксана. У Оксаны, у которой 52, против Дровки там было 90, по-моему. ДПС. Нет, не было. 90 это если без шмотки. Ну да. У нее сколько ДПС? 60? Я не знаю, она супер слабая. Почему она такая слабая? Ее разве фиксили? Не помню такого. Азор левел 2. Умрет первым. Красава. Ну окей, ДПС он унес неплохо. Польза есть. Кидай. Хорош. Селедка тоже, кстати говоря, найсова. Если в этой части она какая-то не очень, то здесь она на самом деле посильнее. 80 ДПС. Это найсова. Я смотрел, как воины вначале выигрывали селедкой. Если в старом этой части селедкой как-то было не очень, здесь она не такая уж плохая, на самом деле. Здесь, в общем, с последними обновлениями столько всего поменялось. То есть игра, ну, как по мне, очень сильно отличается от авточес. Вот прям очень сильно. Хотя, казалось бы, синергии воинов, там, да, чернокнижников остались, то же самое. Но нет. Они как-то, я не знаю, ощущаются по-другому. Их сила, этих синергий, еще селедочка, вкусно. Да, называется «Хочу хантов», в итоге воины. Окей, воины плюс... Да плюс СФ и нормально будет. Плюс СФ, плюс ВД нормально. Это вообще будет найсо. В общем, так, я опять шлю цокаюсь, надеюсь, что нет, это, надеюсь, что нет. В общем, сильно отличается, и это меня настраивает, потому что я вообще не приспособился к тому, на чем побеждать, кого пикать, ну, пикать в смысле, что собирать. Но насчет пика я, наверное, не просто так сказал, потому что я заходил на официальный сайт Dota Underlords, и там на самой нижней странице написано, что они скоро, ну, coming soon, ведут, как они назывались, лорды, по-моему, вот которые на заставке стоят, там вот этот морж, еще там какие-то персонажи, да, что вот эти персонажи, твои как лорды или боссы, как их там вызывали, по-моему, лорды, что-то типа того. Вот они ведут, и они будут кардинально влиять на игру. Типа, там было написано, вы сможете выбрать, через какую стратегию вам пойти. И я такой, типа, что? И, в общем, вот это должны будут вести. Не знаю, когда, но должны, и должны будут, и... Ой, что я наделал? И СФ. Можно Джайлера, в принципе, плюс ХП. Плюс бафоидов. Ну, не знаю, СФ... Ну, плюс ДПС, как бы, сэр. Не знаю. Ну, посмотрим.
Зачем я разбор спереди поставил, тоже не знаю. Баф элементарный. Разбор раньше нажмет скип. Не знаю, выиграем, и слава богу. Выиграем, слава богу. Войны на самом деле вначале достаточно сильные. То есть, они как-то нормально дамажат. Окей, дровка вырвалась по сравнению с Оксаной. Она в два раза. Хорошо, хорошо. Ну, в общем, войны в три. Ну, обычно три воина, вот в самом начале, это не так плохо. То есть, они могут справляться и с варлоками на один. Опять же, тут игра отличается, как мне кажется. Плюс 10 брони, это жестко. Тут. Баф нежести. Паджик ужасен. На самом деле, паджик ужасен. Баф нежности вместо SF, а SF у нас кто? Топ ДПС. Что с этой игрой? Кто-нибудь понимает, что с этой игрой? Я нет. Я ничего не понимаю. Дровку вообще можно выкинуть в помойку. Хотя нет, если дровку выкину и поставлю Абадона толку. Я же Баф нежности убью. Ой. Паджик может все испортить. Он хукает, я начинает бить. И все. Или он хукает того, кто тебя убьет. Типа там Луна или ДК, или кто угодно. Там тебя. Паджик местами очень плохо. Прям 100 из 100 по ужасности. Называется хотел бы хантов. Ханты не приходят. А 6 хантов сейчас собрать очень легко. Очень легко. Вот то, что пытался до этого пытаться записать. Там 6 хантов с лукантропом теперь типа, собираются быстрее. То есть там не нужна, не нужен был тайт, не медуза, убийцы. Что это такое? Ладно, пусть будет так. Мана, ну пусть будет мана у камня, не знаю, камня, не, SF, SF. SF она есть тоже. Окей, хант, окей, джаддер. Блин, войны какие-то приходят, я уже от дровки хочу отказаться. Пофиг на эту уже дровку. Пусть лучше у нас будет, ой, сейчас попозже, попозже. Но ханты не приходят, камон. А нам нужно победить. Я же не буду на пролом идти. То есть, да, хантов обычно никто не берет. Вот тут один, правда, хант. В моей игре было три ханта. Ну, блин, до этого ни разу не видел ханта, а там было три. Здорово, замечательно, великолепно. Чудесно, удача. Ну, лакер, так сказать, лакер. Разор, хорошо, СФ еще дополняет. Мне нравится, мы воины, но при этом мы какие-то маги. Что по дровке? Ну, дровка с Оксаной тягается в ДПС, это нормально вообще? Что за бред? Дровка с Оксаной в ДПС тягается, окей, перебила. И не то, и не так много. Это у нее плюс шмотка на ДПС, возможно, поэтому еще перебила. Я не знаю, это какой-то бред. И в шоке. Опа, а сколько у тебя ДПС? 170 атаки, селедочка вкусная. Оксанка, великолепно. Селедочка вкусная, Оксанка великолепная. Ну да. Дровку можно вообще, в принципе, выкинуть в помойку. И поставить Бабадона, наверное. Почему бы нет? Пошла ты куда подальше. Можно варлоков вообще сделать. Ну не знаю, баф. А, мы баф нечто сломали. Тогда пусть будет вот такое. Ой, шмотку забыл дать. Может сейчас поиграем. Ой, антимаг не с той стороны стоит. Он должен был разор убить. А он бьет Оксану. Ну такой себе вариант. СФ давать, естественно, мы не будем. Я жертву. Они топовые по ДПС. Потом селедка идет. Я говорю, игра, вот сколько я уже наиграл, очень сильно отличается. Очень сильно отличается. Мне это не очень, на самом деле, нравится. Возможно, просто из-за того, что это что-то новое, но мне кажется, дело не в этом. Тут баланс какой-то странный. Какой-то странный баланс. То есть, если в авточесе можно было и от винстрика выигрывать, и от лустрика выигрывать, как многие делали. То есть там, к примеру, дикий лустрик, а потом на альфа камбэкали. То есть там была стратегия, все сделано, то есть грамотно. То здесь такого нету. У тебя если лустрик, ты не выиграешь больше никак. О, найс ханты, ку. О, паджик. Баф нежится. Баф нежится? А кто мне нежится? Абадон, уйди отсюда. Паджик такой себе, такой себе паджик. Хотя мы его взяли, ну ладно, пусть постоит пока что. Так вот, о чем я там говорил. Если можно было... Ууу, ДПС. Стой, селедочка. Селедки. Селедки, отлично. Успел, селедка там будет просто душить. Так вот. То, что можно выиграть, я сказал, было от лустрика. То тут от лустрика ты никак не выиграешь.
Во-первых, тут лутстрик меньше, он не дает, по-моему, 3 монеты, дает, по-моему, 2 монеты. Это первая причина. А вторая причина. Если раньше ты мог. Запись кого-то в 3 это очень сильно. К примеру, фантомка в 3 ты мог камбэкнуть, тут ты не камбэкнешь так. По двум причинам. Первая причина. Левел 3 тут персонажи не настолько прям дико сильные, дико дисбалансные. Ну, как вот левел 3, он все там может всех поубивать, как фантомка. Тут такого, ну, я бы сказал, нету. Не знаю, возможно, фантомки левел 3 здесь просто не собирают. Возможно, в этом дело. Опять же, но это не точно такая причина. И вторая уже точная причина. Здесь нельзя дать одному персонажу кучу шматья. Нельзя дать ему мом, БКБ и так далее. Здесь не будет той, которая всех выносит. Здесь не будет Луны, которая всех выносит. Здесь не будет той же фантомки, которая всех выносит. И это как бы тоже гигантский минус. Гигантский минус с учетом того, что ты не можешь камбэкнуть. Мы, кстати, проиграли, обидно. Обидно. В общем, поэтому, типа, те, кто проигрывают в начале, они уже потом никак не камбэкнут, скорее всего. Только если, опять же, на удачу чисто. Вот это мне не нравится. Это, как по мне, дисбалансно. Возможно, вы знаете, когда вы играли, вам ничего не везло, там везло нереально, и вы не могли никак выиграть. Вы просто не могли камбэкнуть. Не знаю, такое часто ли у остальных, возможно, просто у меня такое, но говорю, как у меня получается. И как у остальных, которых я вижу, которые со мной играют, они камбэкнуть не могут. Они просто не могут. 2 бетра дырлова, да? Неплохо. У 7 стаков. Ну, сейчас с 2 ударов. Нормально. Сильно элементарно. Ха. Ну ладно. Ледно. Вулкан. Больше нам не подходит. А, да, еще, наверное, я не говорил. Оказывается, ну, вулкан охотник. Его волки, которые он призывает, тоже охотники. И они тоже могут сделать двойные тычки. Я этого не знал, и это очень жестко, на самом деле. Так что... Я бы на хантах еще попробовал, реально. Представьте, вот эти вот маленькие волки, которые так бьют больно, так у них двойная тычка еще есть. Вау, это жестко, на самом деле, это жестко. Надо переставиться. Может, вот так даже сделать? Не знаю, имеет смысл. В общем, хочу на хантах. Хочу на хантах, но не зашло нам, так что попозже. Я надеюсь. Если мы выиграем и займем нормальное топ-1. Или топ-2, но опять же. Здесь у нас все хорошо соберется. Потому что если не соберется, все остальное меня не устраивает. Я это, и с этими планками уже забит по городу. Топ-4, топ. Короче, и все. Нытье. Нытье. Хорошо, молодцы, справились. Пока что ВД левел 2. У нас не намечается. Поменять местами. Не, пусть так стоит. Окей, вот неплохо. Браточка тоже неплохо. Ладно, давайте возьмем. Я не знаю, там все на самом деле неплохо вариант. Денег дофига, а места нифига. Бафорков сделаем тогда, пусть будет бафорков. Возьмем себе паджика. Блин, тусик один. Ну ладно. А, нет! Я, кажется, всрал монету. Блин. Ну нет, не слишком быстро, я не ожидал. Нечестно. Нечестно, что они на последнюю монету решили два прийти. Тащите. Оксана не проиграет, я думаю. А Сефта Луба, поздравляю. Поздравляю. Можно поставить Паджика левел 2, а можно Оксану левел 2. Из плюсов Паджик потолще, но хук хуже, как по мне. Хотя он хоть он дамажит, но не знаю. Оксана не такая пухлая, но не знаю, польза какая-то у нее неплохая. Что по ДПСу? Ну окей, Оксана пониже. Не знаю, пусть будет паджик. СФ. Конечно, СФ. Опа. Вот это поймали. СФ левел 2. Это замечательно. Поставим вот так, вперед. Вперед паджик. Он пухлый, он тоже стоит где-то в углу, я думаю. В идеале, чтобы его убили. Бедный паджик. Я не специально, я не хотел. Запас. О, 10-я попытка, боже упаси. 10 попыток. О, убийца, минус СФ моя.
А, минус ВД. СФ вообще не бьет, замечательно. Он не скастует, я думаю, не скастует. Успеет? Не успеет. Успел. Хорошо, успел. Победили. Селедка реально найс. Топ-3 по ДПСу. Селедка, у которой на ДПС плюс 21 ДПС моя шмотка, и все, и ничего нету. СФ, конечно, это перебой. СФ, я не знаю, это какой-то бред. Вот разор, вот СФ. СФ, смотрите, кастует, просто разница гигантская. У него не должен быть такой ДПС. У СФ раньше был ДПС как? Как, вернее, должен быть. Это явно баг, я не знаю. Чем ближе враг, тем больше ДПСа. У разора наоборот, чем дальше враг, тем больше ДПСа. То есть в пределе клетки максимально будет ДПС. Должен быть такой, должен быть. Это механика вообще из доты такая. Но тут у СФ, я не знаю, бред какой-то. Он дамажит одинаково, даже больше, я не знаю, может. Маги какие-то приходят. Неплохо, маги, но нет. Орки. Орка, кстати, 4 орка, это плюс 500 хп. Неплохой вариант. Воины плюс орки. Говно на палке. Говно. Просто самое лютое и настоящее говно. Я возьму. Я возьму. Потом, если что, продам. Ну, мало ли он придет бесплатно, а у меня есть как раз-таки монетка одна. СФ сейчас кастует, и все, всем хана будет. Разок составал, ДПС 800, СФ кастует. В 2 раза больше, считай, ДПС. В 2 раза больше. Ой, кстати, мы не справляемся, кажется. Или да, мы не справляемся, кажется. Ау, ВД умер, плохо. А, все, все остальные тоже видели. Вообще, мы не справились. Затащил! Ой, еще ониками убили. Обидно. Обидно максимально. Ну, не могу. 10 раз я проигрывал. Я не расстроюсь, если я проиграю. Стоп, 9 раз? Это 10 раз? 10 раз, если проиграю. Я уже сам запутался в своих проигрышах. Ну, что, пересмотрю, когда я там говорил, какой раз я проигрывал. По-моему, это 10 раз. Да, я же говорил 10. Да, 10, все правильно. 11 не говорил, это 10. Все. Сколько что там по воинам? Один воин лишний? Ну, это паджик лишний. Паджик, типа, лишний. Level up. Почему бы и нет? Отдадим деньги на level up. Можно вообще сделать 4 чернокнижников? Ну, не знаю, не знаю. Я опять же не додумал, через что мы выйдем к лейту. Ну, типа, разор, СФ, найс, и закончили. Но, блин, это не такая, не до конца стратегия, поэтому она... застанили, обида. Обида, уровень сильный. Камень топ. Но опять ДПС у нас не хватает. Но свой танк, ну, толстый, а кто бьет у нас? Никто не бьет. СФ бьет, раздор бьет. Ну, маловато все, маловато. ЦК убей и справимся. Нет! Только СФ, по-моему, не убивайте, это условия. Нет, все, условия не выполнили. Мы его СФ убили. Это уже все. Хотя ты не кра убьешь, я думаю. Убьешь. Понимаю. Понимаю. Дайте ВД запад, дайте... Бафнак. А, блин, перед 20-м. Ну, обидно, обидно. Что по ДПСу у щелёдки? Ой, щелёдку убили быстро. Плюс Оксана. Я хотел еще разора подальше поставить, на самом деле, вот так. 20 раунд, а вы справитесь? Мне кажется, что нет. Типа, блин, нам бы, ну, блин, я не знаю, дума поставить вместо СФ. Просто СФ не хочу отдавать. Так бы поставил, наверное, типа 6 воинов можно было бы закрыть в теории. Ну, типа Джади плюс СФ, это 6 воинов. СФ и чернокнижник. Блин. Не знаю. Не знаю. СФ очень найс, вы видите, в принципе. 4 орка, ну не, кажется, нет. 4 орка и 3 воина. Это типа мы избавимся от кого? От Паджика, от Справедливой России, не знаю. Лечение снижается. Ну хз, давайте. Ну, блин, лечение. На. Вообще-то найса против варлоков, но... Там все варлоки, да? Я не мог посмотреть. Пока не выбрал. Как неловко. Как неожиданно и неприятно. Разор левел 3. Так что мы маг, что ли? Что происходит?
деревья. Тусик ВД, ну наконец-то, еще один ВД. Окей, ладно, так сделаем. Сори, Тусик, сори. Тусик за единицу, его долго еще искать, не будем брать. Надеюсь, два развора меня не подведут. Хотя магов нету, что это, они подведут меня, конечно. Найс, убили моего топ ДПСа. Окей, Азонис кастовал один, еще лучше, великолепно. Кастуй, пожалуйста. Хорошо. Утро, Блейд, рыцарь какие-то. Ну блин, маг у нас какой-то, у нас кто-то маг уже резкий. Найс, 0 ДПСа, 0 ДПСа. Мы воины, мы не дамажим. Больно. Больно. А что по магам, есть вообще мания? Может реально в мага? Ну типа разор почти заполз. Стенка будет неплохая. Нам нужно брать всего лишь паджика. Паджика, ВД. Дофига надо такого брать. О боже, паджик. ВД. Разор, ЦМ-ка. Надо вас на углу как-то поставить. Не знаю, может как-то так. Убить, блин. Ну, у нас элементали вообще есть. О, нет. Если бы он скастовал. Нет, еще СФ усало. 10 из 10 по ужасности. СФ топ ДПС. СФ и нет, всем привет. Шларк то бешеный. А что со Шларком? Псих. Психи. Что-то слишком больно. Слишком больно. Ну блин, реально очень больно, нечестно. СФа завалили моментально. Что я могу сделать? Щетку в 3 мы не победим. Хотел бы щетку в 3 на самом деле. Ну блин. Окей, Джаггер. Окей, СФ, СФ нужен. Джаггер 2. Вместо одного разора? Ну... Вместо паджика, может. Нафиг мне паджик этот. Иди в жопу. Без обид, Паш. Без обид. Это чисто бизнес, пойми. Это чисто бизнес, ты не виноват. Мне убийцы больше всего на самом деле пугают. Типа убийцы за спину кидаются, моего СФ убивают. Остальные пугают поменьше. Ууу, гоблина. У нас магов-то нету, поэтому они мало дамажат. Еще нормально, нормально. Опять же, если вот эти вот мои люди кастуют, ну, СФ, ну, понимаете, да, кто по ДПС здесь? Это без магов. То они очень найс. Но если они не кастуют, все, провал в памяти. Магов, кстати говоря, нету. То есть, в теории все шансы... О, 2 СФ отдай. Веник левел 3, поздравляю. Миллиард зверей, типа, и варлоки. У него 3 варлока же, да? Ну, 3 варлока. Странно. Королева боли. Да кому-то нужна, лично. Хотя у нее нафиг ДПС. По-моему, у нее был хороший ДПС. Сколько не хватает? Блин, 2. Не буду, не буду. Надеюсь, так и не справится. Блин, если придут убийцы, без шансов, я убийцам ничего не могу сделать. То есть, если переставятся против убийц, тогда я думаю, мы их вынесем вообще в ноль. Но опять же, я не знаю, с кем я останусь. Если убийцы, конец. Ну. Нет, это ханты какие-то. А, это тот с веником. О, ну не знаю, может, наверное, вынесет. Веник очень сильно лопнул. Не-не-не, вообще в ноль. Мы не можем даже надамажить. Он призывает просто 3 варда. Ты ничего не сделаешь. Ты, ну, что это? После 30 ДПС, а 3. 300... сколько? 90? Здорово, правда? 390 ДПС. То есть он призывает 390 ДПС. 390. 390. И еще хил получает от каждого, по-моему, варда. Ну, вроде от каждого, не знаю. Не уверен. Дай бог, чтобы тебя кто-то вынес. Дай бог. Здоровья. Удачи. 28 хп. Ну, тут у всех мало, на самом деле. Кунка. Ну, Огрмаг нам вообще нужен. Блин, Кунка. Вместо селедки. Окей, можем поставить еще одну Оксану. Ну, сейчас этот босс, так что, блин.
Нам нужно найти срочно всех магов. Переквалифицироваться в маг. Давайте подумаем, как мы ставим. Разу остается. ВД выкидываем. ВД выкидываем. Оксану я хочу оставить в стреле. Можно будет здесь тут джаггера. И если что, селедку. Окей, минус 2 мы делаем, да? Кто еще там остался? Не посмотрели бы персонажи, кто у нас еще остались. Окей, если что, селедка. Одного разора, если что, можно будет выкинуть в случае чего. О, вы не справляетесь, кстати. Поздравляю. ВД, киньте стан. Молю, накопи ману. Ну, блин, ну не накоплюсь, я его не буду бить. Не бейте разоров. Бей ВД. Да, стан, отлично. На-на-на-на-на. Сейчас справились. Алло. Слава богу. Справились. Блин, стражи эти расколоты, кстати, неплохие на самом деле. Не такие дисбалансы, но неплохие, неплохие. Призываю гарантированную копию, которая нажимает все кнопки. Ну, все вот эти вот. Вы поняли. БФ? Какой БФ? Я резко переквалифицируюсь. Боже, упаси. Мне не дают переквалифицироваться, мне дали баф X3 на орков. Серьезно. Они не будут убивать. Красиво махаешь топором, красиво. Он тебе еще такой большой. Как это звучало в прошлом, да? Часовщик, алхимик. Что происходит, какой часовщик? Ну-ка, разор, камень. Боже упаси. Я не знаю. Просто постараться, чтобы убийцы как-то не убили моментально. Я не знаю. Я не знаю. СФ подальше. Подальше СФ. Явно надо СФ подальше. Кастуйте быстрее СФ. Раз, два. Еще баф магов. Ну, вроде нормально, нормально, нормально. А сколько у вас хп? Насколько больше? Ты только поставился. Да блин, у них не... Ну, 75, да, классно. Но они же никого убивать не будут. Это с самого начала игры надо было стакать. Не-не-не, это по-любому, блядь. Блин, камушек бы взять. Но я не могу, мне нужны маги будут. Дайте разор запасть в 3. Разор в 3 вообще идеально. Да, 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 да. Блин, 2 SF левел 2. 2 разора левел 2. У-у-у, сила! Как там? Это power! Вот так как-то. Давайте следующий отдадим. В обмен на камушек. А, камень дай! Понятно, все, значит, пришел снова. Ура, Акунка. Ура, Лина. Сильно. Разор левел 3. А, окей, все. Окей. Как-то так. Ну, у нас магов нету, зато у нас основные маги. Хорошо. Блин, 28 хп. Поиграть очень обидно будет. Ну, типа, очень мало хп. Ууу, Абадон левел 3. Абадон левел 3 за апель, кстати. То есть он представляет реальную угрозу для него. Корабль, бабах, бубах. Ну 2 СФ бьют больно, но у нас же бафа магов нету. То есть они бьют больно, но они могут бить в 1000 раз больнее. Ну вроде справились. Пока что дышим. Надо остальным сделать поменьше хп, раз так в 100. Раз так в 100. Если еще СФ левел 3 запается, это конечно да. Это конечно будет хорошо. Левел 3, хорошо. Магов нету. Столько бафов, запутаться можно. Окей. Запутаться можно очень легко. Лина? Не, камушек. Ура, камушек. Хорошо, два камушка. Ты кто у нас самый слабый? Оксана. Две Оксаны слабые. Окей, пусть будет два камня. Ну, я думаю, два камня будет лучше, чем две Оксаны. Это мое неэкспертное мнение. Хорошо, Оксану оставляем, камень оставляем. Окей, джайгер тогда выкинем. Если что, выкинем джайгер. Ух, ёлки-палки, видите, сколько он призывает, да? Взрывайте их быстрее! Ой, он сейчас новых призовет. Встаньте, 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 встаньте. Ну, это какая-то вечная машина на призывание. Разор, убей его. Всех убей. Не хватает. Это перебор. Нереально. Как его удалить? Как это одолеть? Его нужно как-то моментально убивать. Лина нужна, Лина. А, она же все равно не... Ну, типа, она может щелкать врага, да? Но шанс, что она щелкнет его около нуля.
Она может щелкнуть кого угодно просто. Если щелкнет веника. Если она вообще его убьет. А сколько там дамаж на левел 2? Блин, надо левел 3 делать. Почему-то вообще хапата, на самом деле, да. Левел 3 только поможет. Воу. Конку на запас. Камушек. Нам все нужны. Окей, ладно, долина левел 3, я не могу. Они обязаны сейчас появляться. Мы обязаны все отсидеть деньги. Fuck you. Сэмка нужна больше, вот прям. Вы не справляетесь? Нет, 16 хп, нет, пожалуйста, я заново начну сейчас все. Я устал, в 11 раз надо будет начинать. 11 хп, слава богу, спасибо. Пак 6, отлично, маг. Лич? Нет! Пак. Где лич? Окей. А, это 30 раунд. Фу, блин. Уйди отсюда. Демон. Еще два мага. Вместо одного камня? Блин, вместо одного сефа? Не, ну бред, конечно. Ой, Найс он не скастовал. И камни не скастовали скил. Ну какого черта? Окей, огромак. Блин, и вы не справились еще? Ну, 6 магов надо, окей, понял. Это огромак и пак. Вместо сефа, вместо... Блин, сефа повтори. И камень бы. Один камень нужен, где камень нужен? Окей, 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 окей. Десятый? Нет, 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 нет. Денег не хватит просто. У всех хп так мало. Догон! Догон, мисс. Рефреша тоже, конечно, но догон лучше. Кристальное дело? Да иди куда подальше. В три тебя не будет, слишком много. Каменная, быстрее, котла, хорошо. Пак, хорошо. Пак вместо одного тебя. И вместо одного СФ... Огромак. Лол. Конечно, это криво. Ой, ману! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ману не успел предложить. Десятого, блин, я надеюсь, что не справится. Лич. Хорошего. Вместо кого-то там. СФ в 3 вообще нужен. СФ очень сильно в 3 нужен. СФ очень сильно в 3 нужен. Сейчас я догон верну, я случайно выложу. А сколько пак ДПС носит? Окей, пока. Окей, лич, окей. Соль, лич. Догон, СФ более чем найс. Монохрин котлу, да-да-да, нормально, нормально. Камень почти в 3. Окей. 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 Ух. Тяжело. Гирч. Я не могу никого поменять. Не могу никого поменять. Ура, камень в 3. Минимум. СФ. Окей, еще немножко СФ. Пару десятков. Желательно. Дай ДПС. Пусть будет так. Не, нормально, нормально. Пожалуйста, справьтесь. Молю вас. Я сделал все, что смог. Ну, почти СФ, правда, внезапно. Ну, блин. Окей, корабль. Догон. Ужасный корабль. Ну, худший в мире, как всегда. Хорошая задувка от котла. Ну все, задушите медведя этого. Бездарного. Хорошо! Молодцы. Кстати, мы без вспышки магов играем. Видите, насколько поменялась игра? Окей, топ-2. Мизер ХП. Окей, минимум. Минимум остался. Минимум. Так вот. Без вспышки магов. Помните, раньше были маги со вспышкой магов? Вообще дисбалансные. То есть ты к ним подходишь, они юзают еще одну кнопку, и ты проигрываешь.
Блин, еще нужно 2 SF. Окей, угромах. Еще SF. Так вот, раньше подходили, типа, юзали, и все, ты по-любому проигрывал. Бахала лол 3. Мне кажется, мы не справимся. Еще эти левел 3. Блин, думаю, мы не справимся. Тут с одного удара его несет нас любой. Ну, посмотрим. Не знаю. Там антимаг щел 3. Не, кажется, нереально. Мина! Не, ну, левел 3 слишком много человеков. А, ну, господи, это было очень близко. Нет, не было близко. Это абсолютное поражение в мою сторону. Ну, было без проблем. Хотя было близко в теории. В теории было близко. Если бы запал CSF, наверное. Вторыми. Совсем было чуть-чуть. Согласен, все было чуть-чуть. Ну, блин, я не знаю, показываем это. Наверное, да, стоит показать, что мне это очень сильно поменялось. Даже без вспышки магов, как бы, маги сильны, конечно, да, без вспышки магов, да. Но, опять же, тут такой бред, какой-то баланс такой непонятный, вот прям, ну, непонятный. Возможно, я просто его не понимаю, но напишите мне, вот как вы думаете, вот, что нормально все тут с балансом или нет? Как по мне, маги сильны, тут все сильны, ну, я не знаю, это так странно. Я не могу подчеркнуть какую-то комбинацию, которую можно 100% выигрывать. Я могу подчеркнуть комбинацию, которую можно всеми проигрывать. Всеми можно проиграть. Очень странно, очень странно. В общем, вот. В принципе, было близко, так что ладно. Могу вам показать, но так-то я буду еще. Прервал серию. Не-не, первое место не занял. Это, получается, 10-я попытка была, и топ-2. Ну, уже лучше. Надеюсь, я попробую снова новых хантов. Пишите свои комментарии обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что розыгрыш, как только 1000 наберется. Так что вот. А я пойду в 11 раз. Не удивляйтесь, если видосы еще выходят реже. Я, в принципе, все сказал, наверное, что уже хотел. Все. Не скучайте. Увидимся. Пока. Пока-пока. Все.